Вот, наше утро начинается сегодня с блинчиков. Ура! Завтрак готов! Папа, кушать! Опять у нас всю ночь шел дождь. Кускичкай! Да? Мы выехали наконец-то. Мы, конечно, хотели бы летом поехать всей семьей, но так как летом у нас не получалось, то едем осенью. Выбрали Гуамское ущелье. Сейчас, конечно, не знаем, как там будет у нас с погодой. Надеюсь, что там нет столько грязи. Ну, ты откуда выезжаешь? Ага, Лизюка, да? Достали даже навигатор. И Сержунья включил поселок Гуамка вот на навигаторе. Идем за сыром. Мы уже в Адыгее. Купили сыр. Вот такой вот копченый. Да это булочка. Нет, это сыр. Ну, да, еще сейчас. Еще ножик у нас, кстати, был в машине, поэтому нам подвезло. Детям купили сыр ниточки. Ну как, он не сильно соленый? Нет. Режется? Нет. Дай мне попробовать. Нет. Копченый. А чем-то отличается? Копченые. Надо, я попробую. Угу. Mm-hmm. Еще купили, который сейчас. Моя попробую. Такой вот как будто с аджика он, да? Ну да, вот. Какой? Да он такой же, как и ниточки. Ну такой? Да. Этот может быть остренький. Это с перцем. Мы уже повернули, ну куда, на Саратовскую, да, станицу, в общем, где-то, где в Горячем Ключе, Молькина развязка, и теперь тут дорога вообще другая, такая здоровская. Ты едешь, и прям леса справа и слева, и дорога такая узенькая. И сыр вкусненький. Да, и у нас, в общем, что нужно есть в Адыгее? Адыгейский сыр у нас, теперь тут пикничок. Он где, сегодня в Краснодаре делает? Да нет, столько молока, я думаю, нет в Краснодаре. Ой, а что у нас сыр из молока делают? Да. Я даже не знаю, что это за местность, но у них тут возле двора ступеньки, так здорово. Да, там не заедешь, не пройдешь. Да, тут везде ступеньки. И выезд, конечно, такой прикольный. Со двора вот так вот припарковался, да? Да, это ж станица Саратовская. Вот мы сейчас по навигатору. Поворот должен быть, ага. Прочитали, что мы сейчас в Саратовской. Мы уже близко? Ну, час еще, да, полтора ехать. Сейчас посмотрим. Газовые эти, да? Тут точно газ есть. Да. Через 90 метров поверните налево. Что хотел сказать, заехали в Апшеронский район. Здесь прям такие леса-леса. Да, это Краснодарский край, Гриш. Ну, как у нас Динской район, а это Апшеронский. Ой! Американских горках. А мне нравятся вот такие вот желтенькое, там что-то цветет, и оно так красиво.
Это мы где? Уже в Апшеронске, да? Руки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Так, это мы где уже? Где-то 20 километров, 21. Да, два коровы ходят реально по этим, ага. По дорогам прям коровы. Да, вот уже мы подъезжаем к Гуамке. Следующая Гуамка. Через 3 минуты. 3,7 километра. Это немного больше, чем к нам домой. Гуамка. Это же Гуамка, да, наверное. Не знаю. Сейчас почитаем. Вот баня. Хочешь помыться? А что это такое? Отель Добрыня. Добрыня. А, Женька, тут были, сказали, очень круто. Номер чего 7 тысяч сутки. Да, он такой кучерявый, отель Добрыня. А вот какая-то полянка, видишь, тут, да, наверное, чуть подешевле, но мы едем дальше. Вот прям сама Гуамка, вот мы сейчас в нее въехали. Здесь только на горе деревья. Да, вот сейчас смотрим Гуамские ущелья. 500 рублей. Пещера там чего-то, монаха, да? Смотрим на вот такие вот знаки. Так, мы приехали в Гуамку, да, закрывай. И поставили на бесплатную, да, как я понимаю, парковку? Все? Короче, идем за людьми, да? Ага. Я думал, это просто, это железнодорожный. Туалет. Скалодром. Ну, раньше ж такие же были, видать, видишь? Снегоочиститель это был. А-а-а. Это когда же видео смотришь, когда на Аляске снег в вагоне. А-а-а. Пап, а нас есть? Ой, тут какая красота. Это чай? Что, чаи? Это камушки. Вау. Тарелочки? Давай уже на обратном пути или сразу? Всего интересного, да, да? Ничего горные. Не трогаем. Не трогай. Все, пошлите дальше. Томаты вообще зачетные. Мама, томаты? Ну подожди, подожди. Глянь, они вот какие, глянь, прям с этой. ППШ, типа ППШ. Ну. Так, положите. Не трогай только. Ну, да, да. Гриш, все, положите, не нужно, Григорий, пошлите. Идем, идем, там же речку слышно, да? А вон она и... Вон уже там видно речку. Идем. Идем. Ой, сразу так прохладой, да? Обратно же, отдайте. Ну да. Маме отдайте талон. Да, тут электронный. Давай, пап, талон. А вот. Мы сели. Да. Мама, мне такое. В общем, сейчас поедем, да? Теперь ждем, когда поедем. Так, в общем, детский 250, взрослый 500 и Афония бесплатно. По правилам поведения и технике безопасности во время экскурсионной поездки. Железнодорожные пути, платформы, а также другие, связанные с движением поездов и маневровой работой объекта железнодорожного транспорта, являются зонами повышенной опасности. Осуществлять посадку в вагон поезда или высадку из него необходимо только со стороны пассажирской платформы, в специально отведенных и приспособленных местах и только при полной остановке поезда. Насекомых и животных. Туалетом пользоваться только на специально оборудованных санитарных площадках. Мусор складывать в мусорные баки и урны. Дети до 12 лет... Мы поехали! А вот в швейцарском Альпах, к примеру, более 400 миллионов. Кавказские горы расположены между Азовским, Черным и Каспийским морями. С северо-запада на юго-восток... На этом степи гигантские моллюски. И огромные динозавры. Поняли?
растут наверху. Представляете, сколько здесь вода какой-то? Ой, И хуторянка улетит в реку. Да, дождик начинается. Сполочек открывается неповторимый обзор по краю земли, темнолес, волганистый крепец его вершины, верхний Азерша. Старый поезд, да? Сборочная площадка. Это небольшое кирпичное строение. Оказывается, что эту железную дорогу в Кокалей построили, кто строит? Заключенные, вот, в 30-х годах. Остановка локомотива. А, экскурсионная? А вот смотровая площадка, да? Иди сюда. Афоня, Антоха. Да, здесь страхово. Ну, вода спасет. Да? Ну, там глубоко, она не спасет, она задохнет. Так, теперь мы едем дальше. Еще на одном поезде. Кафе 1707 мы уже прошли. Ну, потом мы, наверное, там пообедаем. Ты видел, там вниз спускаешься и прям на речь. Сейчас едем дальше. Да. Поедем. Вышли на конце вот этого вот поезда, за который мы заплатили 200 рублей взрослые и 100 рублей детские. Здесь туалет есть, и здесь есть. В общем, решили здесь мы все-таки погулять. Интересное растение. Крапива. Нет, а вот это вот, что это такое? А потом поедем на этой штуке на остановке. Подождем. Пошлите. Пошлите. Залез на гору. На скалу. Не знаю, может, лучше не надо? Теперь дальше идем. Круто, на скалу. Ой, здорово. Так, тут какой-то маленький ручеек капает. Да, дождь. Да, тут был дождь. Нет, еще видишь тучи. Угу. Мы уже пострадали. Тогда они взяли волосы. Ручеек какой-то.
просто распили на дерево, которое упало. Посчитаем, сколько ему лет. А вот орехи уже растут. Их тут нету, да. Их уже, наверное, тут... Все ходили, да, и собирали. И вот там фонд был. Вот какой-то тут вагончик. Не видно речки. Ну, плохо видно реку. Да. Пойдем дальше. Угу. Природная лавочка. На мокрой, Гриш, не садись. Да, нам сырая. А вон еще узкоколейка, глянь. А нам пошли на лавку? Слушайте, давайте сейчас на рельсах сфоткаемся и пойдем на рельсах. Да. Мама, ты уверена, что это хорошо? Да. Красные листики и хочет узнать, что это такое. Ждем дрезину. Посадочная площадка. Когда поезд приехал? Скоро? Да. Если у них с лесом нету проблем. Да. Да. Это невыгодно, это надо так делать. 8 этих осталось. Дождались наконец-то. Ура! Так, мы приехали. А переправа это через эту? Вот так вот лететь? Вот это, наверное, вообще здорово, да? Вот это как goodbye! Не знаю. Мужчина не раз спасал эти прекрасные места от чужеземцев. Вы, наверное, обратили внимание на мемориальную плитку. Осенью 42-го фашисты рвались к Черноморскому побережью. В поезде это только малая часть вашего удивительного путешествия. Для тех, кто предпочитает активный отдых, существует... Мы доехали до... конечной точки. Правило, что была экскурсия, да, причем да. С таким музыкальным сопровождением. Прям было интересно слушать. Да. Сейчас мы еще к речке спустимся. Осторожно, здесь какие-то дырявые ступеньки. Знаешь, сила какая-то. Вот есть загадка, что моет камень, да? Ага. Камешки поп можно охотить? Можно, можно. Да, тут такое течение. Глушим, давай. Пополнение тарелки в нашу коллекцию. Тут еще интересные на камнях. Прям прямая печать. Как будто на прянике. Шли сюда. Здесь, по-моему, вот это гуамка. Отель или как это? В общем, что-то гуамка.
Идем на мост. Мама купает. Ой, кто-то рыбу ловит, посмотри. А папа шатает мост. Кафе «Большая медведица». Берем сначала пить. Ты будешь пить компотик? А что еще есть? Не знаю. Короче, шведский стол, все как а мы любим. Попробую белый. Это грудь. Сметана. Я... Это хорошо, сейчас нам все наложат, и тебе соус. Сейчас посмотрим, насколько это будет. Мы даже еще ни за что не заплатили. Здесь шашлык, салат я взяла греческий, плова, борщ. А, Гриша себе суп гороховый, да? Да. Все, мы все съели, теперь хотим десерт. Теперь хотим десерт. Ой, тут тоже белый мишка. Давай смотреть десерты. А там дождь пошел, прям такой сильный-сильный. Как мы все успели отдохнуть, посмотреть на горы, покататься. Теперь сейчас еще кофе, чизкейк и торт муравейник у папы. А у меня чизкейк. Это все Гришка напомнил про десерт. Еще белые медведи. Вот такая вот была кафе «Большая медведица». Я так понимаю, у них еще этот... Что-то там номера, да, есть? Целая база отдыха. Мишки. Она тебе не нужна? Мы сейчас в машину. Тут свинки такие. Такие клевые. Видели, хозяин? Кабанчики. Ага, семи. Кабаном. Замерло мое сердце, остановилось мое сердце, замерло. Ты чуть ниже, чем Монсеррат Кабалье. Краснодар весь светится, это же возмол, да? Он тут вообще должен быть весь такой разноцветный, разноцветный. Я не знаю, будет это сейчас видно или нет. А сейчас что-то он и не... А, нет, это разноцветный. А он с той стороны, с главного входа, да, здесь Чендем. Смотрите, сколько машин. Ох, нищета задолбала! Да, вся стоянка забита вообще везде, да? А вот он сейчас будет разноцветный, красивый. Да. С главного этого. Ё-моё, нищета, как тяжело стало жить. Одни иномарки, гля, даже, а здесь концерт, да, наверное? Глянь, тут, тут машины, вот даже они по... Этому стоят. Да, там концерт какой-то. Там народу, глянь, да, сколько. Что ж за концерт? Надо посмотреть сейчас в интернете. Петросян со Степаненкой разводятся. Так глянь, даже здесь по трассе машины стоят. Все, мы дома отдыхаем. Да, сынок? Да. Завтра рабочая неделя начинается. Завтра какой день недели? Пока. Самый первый какой? Понедельник. Понедельник. Да, ура, завтра понедельник. А потом? Будем работать, да? А потом? Ждать пятницу. А потом? А потом вторник, второй. А потом? Третий, среда. А потом? Четверг. Потом? А потом? Так, пятница. Это самый счастливый день, да? Да. Перед выходными у нас пятница, да? Да. Ура! Как тебе прошел сегодня наш отдых? Рассказывай. Сегодня мы были на горах. На горах, да. Называется Гуамское ущелье. Да. Там было интересно, да? Да, мы катались по озерам. Да, оказывается, это называется дрезина, да? Да, дрезина. А мы там катались. Да. Всей семьей, да? Да. Ты был счастлив? Да. Я тоже. Мы катались на паровозе. Да, катались на паровозе, ходили до речки, там кидали еще камушки. В общем, было здорово. Да. Посоветуйте, куда еще можно поехать, кто там из Краснодарского края, потому что мы реально, когда сегодня думали, куда поехать, даже не знали. В общем, посоветуйте нам интересные места, да? Да. Чтобы мы еще могли куда-нибудь поехать. Да. Ты хочешь ездить? Да! Да, пока у нашего папы был выходной, да? Да. Мы всей семьей. Да. Все, всем до завтра. Обязательно поставьте нам лайк.
Потому что, оказывается, для вообще для любых соцсетей очень важно это. Да, поэтому это всего лишь одна секунда займет у вас. А всем пока! Подарите нам одну секунду времени. Пока!